Завтра на сцене областного драмтеатра кировчане увидят премьеру балета «Лебединое озеро». Сейчас в театре проходят заключительные репетиции. Уже вечером зрители станут свидетелями знаменитого танцевального спектакля на музыку Петра Ильича Чайковского. В постановке принимают участие приглашенные солисты Московского театра балета и учащиеся школы классического танца города Кирова. Программу покажут в сопровождении Вятского симфонического оркестра имени Раевского. «Лебединое озеро» – символ русского балета. Его сюжет основан на старинной немецкой легенде о прекрасной девушке, превращенной в белого лебедя. Этим красивым произведением танцевального искусства театр балета города Кирова завершает 62-й концертный сезон. Мечта была давно, это все-таки вот решились, потому что, не скрою, у меня были опасения, потому что это вершина, считайте, это вершина классики балетной «Лебединое озеро». Это огромный спектакль на самом деле, это 4 акта. Сегодня он будет в 2 актах, в 4 картинах. То есть тут будут перемены, он как бы немножко так адаптирован, чтобы зритель не так уставал.